Сегодня в Прометее родительский день. Более 10 площадок сегодня работает с разными активностями, где можно будет не только позаниматься, но и побывать вместе с родителями, побыть рядышком. То, чего не хватает в обычные рабочие будни. Мы находимся на станции «Медпункт». Нас научили, как правильно накладывать повязки на разные части тела, и теперь мы это демонстрируем. Родительский день обязательно нужен, потому что дети тоже должны как бы показать то, чему они научились в течение смены, и также как бы пообщаться с родителями. Атмосфера в лагере замечательная, олимпиады проводятся, конкурсы. Главная ценность компании, конечно, семья и дети. Это залог успеха любого предприятия, любой семьи, любой возможности сегодня расти здоровое поколение. Сегодня дети очень довольны тем, что это проводится на территории Прометея. И то, что сегодня комбинат этому уделяет, очень большое внимание.